Безопасность школьников сейчас на особом контроле у руководителей учебных заведений. В большинстве школ учащимся даже запрещено выходить на улицу во время учебного процесса. Ведь многие из них расположены, например, рядом с проезжей частью. Одни родители говорят об ущемлении свободы юных граждан. Другие мамы и папы только рады таким мерам безопасности. Что по этому поводу думают сами школьники, знают наши корреспонденты. Раньше, чтобы выйти во время перемены на улицу, не нужно было ни у кого отпрашиваться или предъявлять охраннику письменное разрешение от учителя. Раньше в школах и охранников-то не было. Не было и камер видеонаблюдения. Сегодня же безопасности детей в учебных заведениях уделяют особое внимание. Если учащиеся, они, наверное, до сих пор не всегда согласны, что их во время учебного процесса не выпускают или, по крайней мере, не рекомендуют выходить, покидать образовательное учреждение, то, что касается родителей, мы здесь нашли понимание со стороны родителей, и, в принципе, я сама родитель, я тоже бы хотела, чтобы во время учебного процесса мой ребенок находился под присмотром взрослых людей. Это сделано исключительно ради цели безопасности ребенка. Если в ряде городских школ вето на уличную прогулку во время перемены наложили недавно, то во второй гимназии запрет действует более 5 лет. И здесь школьники уже с пониманием относятся к таким правилам. Будущий выпускник Степан Куксенко тогда слово «нельзя» воспринял агрессивно. Но сегодня парень признает, что без таких рамок учебный процесс организовать сложнее. Ну, конечно же, иногда хотелось бы какой-нибудь свободы больше все-таки. Не всегда хочется целый день сидеть в школе, все-таки даже иногда хочется просто подышать воздухом. Первоначально, конечно, да, мы все, наверное, сопротивлялись, потому что, ну, все-таки как-то какое-то все равно ограничение, всегда не нравится это. Но потом все-таки как-то привыкли с течением времени, все-таки как-то полегче стало. Все уже давно поняли, что это не просто так, и что это, ну, действительно нужно. Одноклассница Степана Дарья Костомарова тоже за такие школьные перемены. Запрет не только повышает уровень образования, но и может лишить вредных привычек. А дисциплина, считает девушка, закаляет характер. Все точно знают, что кто присутствует в школе, а кто нет. Ну, хотя возникает желание уйти, но, думаю, это не так важно. Входная дверь в школу, конечно, не заперта. Выйти на улицу можно, но только по уважительной причине. Это может быть прием к врачу на назначенное время или заявление от родителей с просьбой освободить ребенка от занятий.